Всем привет! Январь подходит к своему завершению, а погода совсем не соответствует ему. Может быть, февраль будет настоящим февральским месяцем. А пока расскажу о погоде на ближайшие выходные. В субботу ожидается переменная облачность. Столбик термометра днем покажет минус 3 градуса, а ночью минус 12. В воскресенье небо скроют облака до самого вечера. Днем минус 3, а ночью минус 9 градусов. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Телеграм. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.